Передо мной стригли барана. Так, лама-лама. Лама-лама, рэпидемос. Стопарь, мужик. В этой прикольной игре мы с тобой позабавимся с разными видами животными. Ну вот смотри, у нас сейчас на данный момент первый уровень, и мы здесь должны с тобой накормить этого забавного крокодила. Но надо так его спокойно накормить кусочком мяса, чтобы он нас не съел. Давай с тобой попробуем. Так, тихо-тихо, клади ему кусочек. Так, убирай руку. Отлично, мы успели. Надо три кусочка сделать. Так, давай еще второй кусочек. Смотри, у меня трясется рука, я боюсь его реально кормить. Я не знаю, когда у него закроется пасть. Отлично, справились, проглотил. Так, давай последний кусок мяса, не трясись, рука, не трясись, все хорошо. Стоп. Стопарь, блядь, тихо, куда, Стопэ, друг мой, давай я тебе просто покладу кусочек мяса, и ты меня отпустишь. Я хороший, добренький, я просто вот решил покормить тебя, все, спасибо. Спасибо, мой зеленый дружище. Отлично, крокодильчика накормили, теперь нам предстоит задача не легче. Мы должны с тобой отмыть этого вонючего слона. Он ужасно грязный, по-моему, он там в своих фекалиях, честно говоря, немножко вот так обитает. Мы должны его помыть, давай попробуем. Так, вот, смотри, вон там полоса препятствий, которую мы должны с тобой преодолеть. Моем этого грязного вонючего слоника, бедняга, ты что такой прям? На тебя приходят дети, между прочим, смотрят зоопарк, а ты такой здесь не красавчик. Во, нормально. Справились. 100 баксов в карман. Заработку. Заработку надо платить, поэтому 100 бакарей в карман, это неплохо, ребята. Переходим в третий раунд. Раунд 3. Опа. Так, отсортируй животных. А, то есть львы, наверное, должны... Они покалечили бедного льва. Это, по-моему, лама, если я не ошибаюсь. Так, лама. Лама, рэпидемос. Really stubby with his mama. Стоять, тебе сюда. О, нет, зачем? Они тебя сейчас сожрут. Блин, я перепутал. Мега мозг мой. Львы сожрали ламу. Я понял. Лев, вот тебе сюда. Все, я не буду больше ошибаться. Это наш друг. Все, наша стая нам сюда. Лама, тебе сюда. Отлично. Лев, тебе вот сюда. Вот сюда. Налево. Львы всегда ходят налево. Лев это царь зверей. Все, налево. Лама, тебе направо. Отлично, нормально, справились, ура. Поставьте мне лайк за это, у меня неплохо получается. Но пока все легко, потому что мы идем дальше, а дальше будет сложнее. Но лайкосики я от вас очень сильно жду, друзья. Так, что у нас, бонусный уровень, что это у нас? А, типа стащи мясо у льва. Слушай, давай поиграем, я хочу. 250 баксов за него платят. Укради мясо у льва, 4-й бонусный уровень. Он мне вообще прям просто случайно выпал. Так, надо это сделать, когда лев отворачивает, смотри. Давай. Лев увидел. Но у нас, по-моему, получилось. Опа. Лев такой в шоке. Ну, самое главное, он нас не съел, не схватил. Я миссию выполнил, и 250 долларов в карман мне упало. Кстати, я пока не знаю, что делать с этими деньгами, которые я накапливаю. Кто знает, напишите в комментариях, кто играл в эту игру. Игра называется Happy Animals. Так, я так понимаю, я тут должен накормить теперь вот этого... Нет, мимо ж, куда ж. Поворачивай, бегемот, голову свою. А, я поворачиваю голову твою. Накормили бегемота, получили 100 бакарей. Ура! Бегемот сытый, довольный. Это 4-й уровень. Ребята, мы переходим в 5-й уровень. Давай посмотрим, что за миссия тут нас с тобой ждет. Подстриги альпаку. Так это что, была альпака? Нет, подожди, по-моему, до этого была лама все-таки. А это сейчас альпака. А лама, по-моему, она такая, без шерсти. Не знаю, может быть, я что-то путаю. Это вряд ли. Так, я его должен подстричь. Хорошо, дайте мне тогда машинку, вот она. Все, я в роли барбера. Ну, там в основном постригаются пацаны да мужики. Я хожу часто постригаться в барбершоп. Вот я сегодня в роли барбера буду постригать альпаку. Что это за красная точка так помечена? Я понял. Не надо мне тут светить этой своей точкой. Давай, убегаем от этой точки. А то мало ли еще что. Вот это вот нам давай состригаем. Какая же ты заросшая, альпак. Шею давай, шею ей стриги. Слушай, странно, что ей нравится. Обычно все животные такие в шоке, типа, что происходит? Я помню, когда я смотрел картину, когда передо мной стригли барана, баран, он просто такой дергается. Ребята, вы что делаете со мной? Отпустите меня, с хрена ли вы стригаете меня? Дайте я убегу отсюда. А это стоит просто такой, кайфует. Идем дальше, и мы переходим с тобой уже в какой уровень? В 6-й, наверное? О, смотри-ка, что у нас тут, карта появилась. Так это получается, я работник зоопарка, я за каждым животным ухаживаю. Пришло время развивать зоопарк. Яба-даба-даба-ду.
Нажмите, чтобы построить. Смотри, я могу тут что-то строить. Давай попробуем с тобой. Я могу построить вольер со слоном, вольер с альпаками, пункт приема животных. Интересно, давай пункт приема животных я построю. Опа, построился. Сюда будут привозить, наверное, новых животных мой зоопарк. Давай я еще построю вольер с бегемотами. Вольер с бегемотиками у меня будет. Ну, что еще можем построить? Кухня, где будут готовить еду, внимание, для животных. Это мечта, мне кажется, каждого слоненка. То есть у них такой будет собственный ресторан. Давай я построю вольер со слонами. Что-то тут у меня люди в шоке. Прямо они там... Вау, слон. Вольер с альпаками давай я построю. Опять народ в шоке, весь рад. И я построю, конечно же, администрацию, которая будет следить за всем зоопарком. Смотреть, что да как тут происходит. Ну и мы с тобой построим кассы. Нам же нужно зарабатывать. Нам же нужно все-таки, чтобы люди приходили, покупали билетики, заходили в наш зоопарк. Все логично, все довольно-таки сделано с точки зрения коммерции грамотно. Так, и мы еще с тобой, знаешь, что построим? О, вольер с обезьянами, а че? Давай построим, у нас обезьян-то нет. Все, я на нуле, у меня $60 в кармане, я буду дальше играть. Ребята, у нас следующий 6-й уровень, добеги до бананов. Так, и как добежать? А как прыгать-то? О, ничего себе, смотри, какая у меня замечательная пирамидка. Так я тут все бананы сейчас съем, все. Такая стая обезьян у меня на голове, просто я с ними прибежал. Ну, зашибись, круто. Давайте как мы перейдем к следующему уровню. Я вам задам вопрос, как вам эта игра, напишите прямо сейчас в комментариях. И мы обязательно уточним у вас тоже, стоит ли продолжать снимать вторую часть. Потому что игра, мне кажется, прикольная. Напишите, стоит или нет. Вот в чем вопрос. А я иду дальше, 7-й уровень, я еще не останавливаюсь, еще не стоп. Так, кажется, мы сейчас будем стричь что-то или убирать. Почисти дорожки. А, это типа пылесос, да? Хорошо. После посетителей мусор весь вычищаем. Ну, это легкая миссия, прям вообще легкая. Так, я возвращаюсь снова к зоопарку. Так, чувак, давай деньги. Где деньги, Лебовски? Так, что мы можем еще построить? Давай посмотрим. Улучшить вольер со слонами. Ну, давай улучшим, ладно. А, то есть теперь тут 2 слона будет. Ну, хорошо. И давай еще, наверное, тогда один склад построим. Кажется, я перешел на кухню. Кухня, готовка для животных. Я сейчас буду им нарезать всякие овощи и фруктики для того, чтобы накормить. Да не вопрос. Мне нужно нарезать на мелкие кусочки. Во, отлично. Интересно, а льву-то нужно мясо? Он разве будет есть ваши бананы? Ну все, я вот тут немножко настрогал. О, бонусный уровень, бонусная награда. Смотри, я должен пройти по такому вот канату. Я так понимаю, надо, чтобы меня в это время не съел крокодил. Давай попробуем. А, поймать обезьянку я должен. Тихо. Не упади. Иди по центру. Тихо. Крокодилы просто нас отвлекают. Давай, сейчас поймаем ее. Стопарь, мужик, стопарь, стой. Лови ее. Ах ты безобразница. Ты куда ж ушла-то, а? Я отлично справился, поймал обезьянку и заработал еще хорошенькие деньги за это. И давай мы с тобой еще что-нибудь построим сейчас. Давай построим вольер с крокодилами. Вот теперь у меня 2 крокодила. Так, вольер со львами, конечно же, вольер со львами. И мы еще с тобой построим, ну пусть будет вольер с альпаками. Все. Давайте на этом остановимся, друзья. Я буду ждать от вас комментариев. Обязательно напишите, стоит ли продолжать снимать вторую часть этой игры. Мне кажется, она интересная, прикольная, необычная. Подпишитесь на канал Funny Family Games TV. Кто не подписался, нажимайте просто красную кнопку. Ну и ставьте лайкосики. Конечно, обязательно это поддерживает меня создавать для вас более новые, прикольные, классные видосики. Всем удачи, всем пока-пока.